Приветствую вас на канале. Думаю, что вы уже научились совершать аудиозвонки с помощью приложения Telegram. Ну а в данном видеоуроке я вам покажу, как вы можете звонить с помощью видеосвязи, чтобы вы могли видеть вашего собеседника и, соответственно, он мог видеть вас тоже. Это не очень сильно отличается от того, как совершать аудиозвонки, поэтому я уверена, что у вас обязательно все получится. Запускаем приложение Telegram. Нам необходимо вновь попасть в контакты. Нажимаем на меню. Это три полоски в верхнем левом углу. Находим контакты и жмем на них. Выбираем из списка контактов, кому будем звонить. Нажимаем на выбранный контакт. В открывшемся чате нажимаем на три точки в правом верхнем углу. В появившееся меню жмем «Видеозвонок». Если это у вас первый видеозвонок, тогда Telegram попросит у вас разрешение на использование камеры. Нажмите, пожалуйста, «Разрешить». И нажимаем «Видеозвонок». Дожидаемся, когда наш собеседник нам ответит. Привет. Привет. Во время звонка или разговора мы можем поменять, с какой камеры будет идти трансляция. Но видим, что меню у нас исчезло на экране. Для того, чтобы оно вновь появилось, достаточно один раз нажать на экран. Этот значок обозначает, что камеру мы можем повернуть. Я на нее нажимаю. Камера развернулась. Теперь я показываю комнату, а не себя. Ее можно повернуть обратно. Видно внизу, что Александр камеру отключил. Александр, включи, пожалуйста, камеру. Следующий значок «Выключить видео». Это я, значит, могу выключить свое видео. Нажимая на него, я отключаю видео, как до этого сделал мой собеседник. Нажимаю вновь, и опять собеседник видит меня. Следующий значок иконка «Выключить звук». То есть я могу отключить звук, но тогда собеседник меня не будет слышать, то есть то, что я говорю. Если мы хотим, чтобы собеседник нас услышал, то мы включаем звук. Ну и рядом красная трубочка, наверняка вы уже догадались, это «Завершить звонок» и «Прекратить видеосвязь». Еще есть одна функция вверху, в правом верхнем углу. Это динамик. Это говорит о том, что мы можем включить громкую связь. Нажимая на него, будет громкая связь, либо можно отключить, и только вы будете слышать собеседника. Спасибо большое, Александр, за помощь. На этом я завершаю звонок. Еще есть дополнительные варианты, как можно совершать звонки. Рассмотрим несколько способов, как начать видеозвонок. Я возвращаюсь на главную страницу в Telegram. Выбираем в списке чатов нужный нам контакт. Нажимаю. В открывшемся чате нажимаем на имя пользователя. В открывшемся контакте находим в правом углу иконку видеокамеры. Нажимаем и звоним. Это еще один способ. Мы с вами рассмотрели несколько способов, как совершать видеозвонки. Теперь вы точно можете удивить своих родных и близких своими видеозвонками. Но даже если у вас не получается все с первого раза, и вы не запоминаете всю информацию, у вас есть видео, остановите на паузу, пересмотрите, обязательно у вас все получится, и вы все запомните. И со временем вы будете делать все легко и просто. Большое спасибо вам за ваши лайки, комментарии, за то, что вы подписываетесь на канал. Увидимся с вами в следующих видео. Всего доброго!